всем привет сегодняшнее видео будет посвящено одному интересному феномену чуть попозже об этом сначала скажу что сегодня 25 марта то есть весна такая ранняя почему акцентирую на этом внимание тоже скажу над вот, чтобы ни у кого не было сомнений вот видите под э, подтаивает снег то есть вот там куча такая, да? А рядом уже подтаяла. Вот сейчас еще покажу. Вот на клумбах там большие кучи. То есть, ну все видят, да, что это не осень. Что это не осенний снег, а именно весенний. К чему это все это говорю? <сёк _> вот у меня на окне тут много растений. Про, не, не про всех я буду рассказывать про них. Вода, много растений. Расскажу про вот это растение. Ну, надеюсь, все узнали, что это, да. Это береза. Обычная береза, которая у нас в средней полосе России растет. Ну и вообще она много где растет. Значит, внимание, на что мы обратим? На вот эти крупные листья. Эти листья выросли прошлым летом. Да, сейчас 23-й год, то есть. 25 марта 2023 года, это все выросло летом второго года. Ну, листья, конечно, старые, да, листья старые, вот они подсыхают некоторые, но они они осенью не пожелтели и не опали. То есть многие из них выглядят довольно прилично, и даже если подергать, они не, не стремятся оторваться, то есть не собираются они подать в ближайшее время. Ну, да, вот здесь есть молодые листья, ну, потому что она... Так, как показать его получше. Молодые побеги. Вот молодой побег. Вот я за него берусь. Это она мне в начале марта выпустила почки. Выпустила. Распустила почки. И то есть таким вот образом. Я уверен, что она и не сбросит даже и в апреле, и может быть в мае. То есть вообще очень интересный момент на самом деле. Так, сейчас я скажу вам. Березе этой, наверное, около двух лет. То есть у нас 21 -го года где-то растет. Она маленькая была сначала, потом вот в 22 году так примерно выросла до того размера, как вы видите. То есть до вот этой вот почки которая не раскрылась почему-то, но раскрылась ниже, вот там побег пошел вверх, то есть молодой. И вот, значит, сейчас честно говоря, меня достаточно удивило, вот почему она сохранила листья свои. То есть, допустим, вот дуб у меня тут есть. Дуб распустился в январе, то есть он так с опережением идет всегда. Предыдущий год вообще в декабре даже новые листья выпустила. Старые у него вот в течение зимы-то такие опали. Вот здесь есть клен, так это тут рука у меня. Я для эксперимента посадил. Ну да, уж пару слов скажу. Вот рукала без лампы, без фитолампы. Видите, она вытянулась и упала. А под фитолампой вот так более-менее нормально растет. Фитолампа. Вот. Ладно, я тут не фитолампу рекламирую. Да, вот говорю, клён тоже вот всю, всю, зиму стоит без листьев. Он и распускается вообще позднее, чем ему положено. Ну, потому что у него так нарушен, нарушен режим, скажем так. А с березой вот что происходит? То есть она фактически какое-то вечно зеленое растение в какое-то превратилось. Если будут мысли какие-то по этому поводу, пишите. Я комменты почитаю. Отвечу, может быть. Мне самому интересно, я причин не знаю от этого явления. Да, еще будет за запись, наверное, в апреле или в мае, а потом все склею. Да, так что ждите еще продолжения. Ну, все в одном видео будет на самом деле. Вы, вы это дальше увидите, смотреть будете. И как и обещал, значит, продолжение. Вот у нас сегодня 25 апреля. Значит, месяц прошел. Ну, собственно говоря, ничего не поменялось. Листья так немножко подсыхают, но продолжают быть зелеными. Так вот, новые побеги подросли. Ну, старые листья, вот те, которые большие. Они, ну, я думаю, даже может все лето так вот продолжит быть зелеными. Ну, в общем, как-то так. Ну, еще в конце могу показать просто другие растения ради интереса. Вот. За окном уже тоже распускаются почки у растений, у деревьев. Ну, в общем-то, ладно. Всем пока, наверное.